Начало сотрудничества между музеями-заповедниками Дмитровский Кремль и Бородинское поле положено давно. Еще в 2018 году состоялась первая совместная выставка. Налажена работа с организованными группами. Однако скоро взаимодействие выйдет на новый уровень. По приглашению главы нашего муниципалитета Ильи Поначевного, делегация музея-заповедника Бородинское поле посетила Дмитров. Гостей познакомили с городом, а также провели для них экскурсию по залам Дмитровского музея. Рассказали о быте и ремеслах местных жителей. Одно из них – изготовление пряников – возрождается, в том числе благодаря фестивалю «Дмитровский пряник», где также побывали гости. Директор музея-заповедника Бородинское поле Игорь Корнеев поделился впечатлениями от увиденного. Мне нравится логистика и правильность построения в городе приема туристов. Город двигается, вообще территория двигается очень правильно, то есть развиваются вот эти вот необычные фестивали, да. Ведь покажите мне какой-нибудь город в Московской области, где такой объем внешних друзей. Здесь Тула присутствует, да, то есть такие не везде приезжают. То есть вроде бы небольшой город Московской области, но живет очень яркой, классной жизнью. Такое внимание к деталям не случайно, ведь главная цель визита – наладить взаимодействие между музеями. И гости, конечно, пожелали как можно лучше узнать о деятельности дмитровских коллег. Партнерство обещает быть перспективным и многогранным. Идеи разные. У нас очень много фестивалей, у нас порядка 100 мероприятий, так сказать, не музейной деятельности, то есть это мероприятия, проходящие на Бородинском поле. Дмитровские коллективы могут прийти и поучаствовать в наших мероприятиях. Мы выезжаем в другие регионы с крупными мероприятиями. И опять же возникла идея в одной из мероприятий зайти вместе с Дмитровым. Один из проектов, который предложил Дмитровский Кремль – совместная выставка, приуроченная к юбилею окончания заграничных походов русской армии и наполеоновских войн в целом. Музею есть чем поделиться с коллегами, ведь жители наших краев тоже внесли свою лепту, рассказал заместитель директора Роман Сунгуров. Дворяне нашего Дмитровского уезда были участниками и Бородинского сражения, и Отечественной войны 1812 года, и заграничного похода русской армии. То есть нам есть чем поделиться, что показать. У них прекрасная коллекция оружия, у нас тоже очень интересная коллекция холодного огнестрельного оружия. То есть это может заинтересовать. Мы приглашаем именно на свои площадки, прежде всего, потому что у нас хорошие выставочные залы. Ну, естественно, не исключено, что что-то будет сделано и на территории Бородинского музея. Также участники встречи обсудили потенциал сотрудничества в рамках научно-исследовательской деятельности, поделились опытом хранительской работы, а также рассказали о наиболее интересных проектах и мероприятиях. В завершение встречи Роман Сунгуров подарил гостям несколько книг, написанных сотрудниками музея-заповедника «Дмитровский Кремль».